suntem doar o mână de parlamentari care avem libertatea să milităm pentru neimplicare României în război. Нас всего несколько, нас всего очень немного депутатов в румынском парламенте, которые открыто призывают борются за сохранение мира в регионе. Poporul român nu vrea să fie implicat sub nicio formă în acest conflict din Ucraina. În schimb, politicul este coordonat de către forțele din exterior. Globaliste. Globaliste. Народ României ни в коей форме не хочет участвовать в этом развивающемся конфликте, но, к сожалению, руководство страны выполняет задачи, которые перед ними ставят глобалисты и страны, которые заинтересованы в развязывании конфликта в Европе. Și am convingerea că nici cetățenii moldoveni, poporul Republicii Moldova, nu agrează implicarea în acest război. У меня есть убежденность, что и граждане Республики Молдова не хотят втягивания страны нашей Молдовы в эту войну. Dar să nu uităm că și conducerea Moldovei este subordonată globaliștilor. Но мы не должны забывать, что и руководство Республики Молдова подчинено тем же глобалистам, о которых говорилось ранее. Și atunci cele două popoare, care sunt până la urmă frați, Republica Moldova cu România, pot ajunge victimă ale acestor măsuri dictate din exterior. И в конечном итоге эти два народа, которые являются братскими народами, страны Румыния и Молдова, могут оказаться жертвами этих глобалистских игр, которым нужна война.